Голова похожа на диск от пулемета. Будем пробовать выкопать. Хотя надо выкопать, посмотреть, что это. Такая штука. Так, ну в общем, что-то выкопали. Я его сорвал. Опа. Диск. Вот такая штука. Здесь раскрывается. Выму, покажу. А, зараза, дырки. Ничего. Такой сохранчик. Неплохой. Гуляем. Копачечек нашли. Нашли масленочку. Вот. О, еще что булькает. Интересно. Фу. Там масленка, а здесь что здорово. Летел такой вот. Ёптать. Не маленький. Что это такое? Рыбочистка. Нерж СССР. Прогулка продолжается. Опа. Ножичек. Вот прикольный, но еще одна находочка, часть штыка. Да, от моськи. Ящик завис. Такая штучка, такая природа, ямка, тут куча настрела, а тут, да-да-да, от колотушки. Ну, птицу вряд ли будет видно, но все может быть. Насколько я понимаю, это от ППШ. Курочек. Такая находочка.
хорошенький. Кручек вообще бомбический. Хорошо, ходим дальше. Продолжаем ходить. Там вот ППШ, а тут вот поверху шел. Двундель, 26-й год. Какой-то удивительный. В общем, там копейка, там от ППШ, а тут где-то я выкопал. А, блин, где я выкопал? А, о. Опа. И Киевская Русь. Как? Вот как? Такое возможно. Но это возможно. Вот и пример, что на копе может быть все. Обалдеть. Ну, буду ходить тут, искать дальше. Две копейки, вот тут вот, буквально 5 метров. 26-й, 1900, там ППШ, тут Киевская Русь. Это называется винегрет. Исторический.